Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня я, Павел Монтик. И сегодня я буду играть в Майнкрафте. В этот, как там, ну, мод, короче, который там в этом моде есть такие кубы, на которых я буду выживать со стаком лаги-блоков. Я там уже повыживал на красном, на синем, на зеленом. Ну, я про это не снимал, конечно, видео. И сегодня мы будем выживать на желтом лаги-блоке. Ну, на банальном лаги-блоке, чтобы просто, ну... Кстати, у меня вот с зеленого есть дорожка, чтобы перейти на красный. Ну и короче, вот такие приколдесы мы будем играть в Майнкрафт на этом моде. Он очень прикольный мод. Мне однажды там выпал убийца Лаки Босс. Я его вообще никак не мог победить. Он просто на ринг такой вывел из Лаки Блока ринг, на котором был этот Лаки Босс. А он меня просто укокошил. Ну, и еще его этот дебильный ринг задел мой храм. Загрузка наборов ресурсов. О, наконец. Кстати, ребят, смотрите, у меня новый скин. Я его сам сделал. Могу, конечно, обратно на скин компота поменять. Могу такой скин вообще. Могу такой. У меня есть. Вот, ну, мне нравится вот этот скин. Вот. И вот этот мир, он самый первый у меня. Лаки Блок Вордс. Ну, то есть Ворд, а не Вордс. И заходим. Ну и ждем, пока загрузится. Кстати, ребят, это вообще чудо, что у меня загрузился Майнкрафт. Потому что он утром у меня вообще не загружался. Пришлось очень долго ждать, пока он загрузится. Это вообще чудо, что он загрузился. И сейчас тоже чудо, что он загрузился. Ну, сейчас будем все пока проверять. Эти лаки-блоки, что там будет. Кстати, у меня на красном лаки-блоке есть панда. Прикиньте, ребят. Ну, сейчас подождем, пока загрузится. Наверное, еще 100 лет надо ждать. Ребята, а вы когда-нибудь играли на компе в Майнкрафт? Если играли, то напишите в комментариях. Короче, ну, я играла в Майн на компе, но на ноутбуке. Это было, конечно, прикольно, но у меня была пробная версия. Так что вот так, усики, прикольдусики. Ну вот, уже почти загрузился мир. Ждем. О, блин, у меня тут просто так получилось. Сейчас я не помню, на каком я там блоке был. А, я на красном, кстати, лаки-блоке. И, кстати, вот сейчас здесь должен быть такой же серый лаки-блок. Странно.
Что пузырьки были? Давайте попробуем этот лаки-блок сломать. Я его еще никогда не ломала, но очень сложно почему-то вообще ломается. Вот. А, понятно. Вот моя панда. Сейчас я весь бамбук хочу скормить. Так. Как я это сделал-то? Кормить. А, я ее бил случайно. Блин, она не хочет. Ну и вот банальные желтые лаки-блоки сразу на красном. Мы начнем с них. Ну просто, а чё? На желтом большом кубе сразу что-то не хочется выживать. Но зато здесь вот. Зато здесь на красном лаки-блоке. Блин, отвали от меня! Зато у нас есть здесь сразу желтые лаки-блоки. Блин, ребята, вам не кажется, что он увеличился? Надо его угробить. Блин, у меня здесь так лагает, что они аж подлетают. Ну блин, а чё так до? А может его тут по тени надо бить? Под ним же тени есть. О, прикольно. И сейчас мы просто все лаки-блоки эти заломаем и потом пойдем выживать на банальном желтом лаки-блоке. Ну, на блоке просто. Стоп. Блин, меня выкинуло! Что за хрень, ребята? Это ненормально. Эх. Кажется, видео сегодня с такими темпами будет очень долго. Это вообще ненормально. Я не хотел делать таким долгим видео. Из-за выброса. Тут все долго загружается, во-первых. Во-вторых, меня выкидывают. Это ненормально. Ну хорошо, что осенью хотя бы. У меня будет новый телефон уже. Я туда лучше Майнкрафт береги, ну, чтоб так не лагало. Наверное, не надо было просто так все сразу лаки-блоки было ломать. Сначала по одному, потом посмотреть на реакцию. Это долго загружается. У меня никаких папок больше нет. Очень долго загружается.
Наконец загрузилась. Обобус. О, как тепло. А, телефон. Даже немного горячо. Пипец, как он у меня нагревается. О, выгружается. Наконец-то загрузилась, блин. Ждем. Наверное, 3 часа еще надо ждать будет. Видео будет очень долгим, если это так. Может быть, вообще очень быстрым, если это не так. Я пока что буду слушать музыку из Майнкрафта. Еще громче сделаю, чтобы ухо не прикладывать. А, это полная громкость? Так. Как-то странно. Почему-то в Майне очень тихая музыка, я этого раньше не замечал. Эх, долго. Блин, как жестко и долго. Пипец. Ну, блин, на... Блин, а тень какая-то. Мне ждать еще 3 часа. Блин, ура, наконец. Я хотела сказать, блин, и тут такой, ура, наконец. Вот загрузилось, это надо отметить. Что где-то 3 часа ожидать. Так. Еще 1 час остался. А, все, 1 час уже прошел.
О, кстати, ребята, а вы заметили, что этой абубасики желтой нету? Нам повезло. И что нам выпадет? Только не желтые лаки-блоки. Нафига мне гаст? Я лучше свою панду покормлю. Давай я тебе весь бамбук покормлю. Короче, надо забирать мой бамбук. Ой, блин, я ее ударил. Забирай меня. Как ее съесть? Ой, то есть бамбук как ей дать? Она меньше стала, что ли? Не понял. Панда, короче, на, забирай весь мой бамбук. Мне он не нужен. Просто мне он не нужен. На, все, забирай. А я пока что пойду на зеленый остров. Ну вот он, вот здесь так, ребята. Ну, а мы сейчас будем выживать вон на том острове. Здесь я уже выживал, а мы будем теперь на том острове выживать. Так что, вау, как это красиво. Я умер. Так. Во! Фингал! Так. Нет, ничего не будем брать. Сейчас мы будем выживать на желтом лаки-блоке. Главное, чтобы не лагнуло. И вот это тут самый жесткий лаки-блок. Я вообще не знаю, как его сломать. Так, вот. Нам надо на желтый лаки-блок. И все. И мы туда телепортируемся. Как жутко лагает. Прямо аж страшно лагает. И вот. Мы на банальных желтых лаки-блоках. Ну. Гаст? Нет, не нормально. Еще один гаст, что ли? Я просто слышал звук гаста. А! Это с Красного острова. А я-то думаю. Кстати, водичка это хорошо. Или она бесконечная? Ну, я знаю, конечно, что бесконечной воды не бывает. Но это... О, блин! Она что, бесконечная? О, мотыга или что это? Да, это мотыга. А почему эта вода бесконечная? В Майнкрафте не бывает бесконечной воды. Ну, только способ от нее это сделать вот так. И все. Чего? Она не убирается? Или убирается? Да, убирается все. Надо. Все. Так. И что теперь? Ничего нету пока что. Кстати, а где гаст? А, гаст уже... А, вот он. О, назеритовые предметы. Это хорошо-то. Это очень хорошо. Лопата. Так, на самом деле все должно быть вот так вот расположено. Все, теперь все правильно. А мы с лаки-блоками.
Что, ничего нет? Кстати, ребят, пока газ. А, не, есть. Ты чё? В атаку! Как его убить? Он чё, о, здорово. Он чё, не убивается? Как его убить? Сейчас, подождите, ребят. Ой, нет, это не то. Вот. Здорово, чел. Кстати, он на самом деле рукой помахал. Ну, мой персонаж. Так. Ну, пока вообще никаких взрывов нет на этом острове. О, да блин, как они меня бесят. У меня на Красном острове такие уже были. Они меня бесят. Меня они вообще очень сильно достают. Может, их по тени надо бить? У меня такие на Красном острове были, они меня вообще доставали. Блин, как от них избавиться? Вот я сейчас... О, опыт. Я сейчас какой-нибудь джекпот с лаки блока выбью, и потом их убью. Например, динамит и жигу. И потом их хрясь. И все. Кстати, ребята, а мы, короче, у нас был... У нас есть сейчас в городе котята, и там... О, наконец, одного замочил. И там... Блин. Один там черный есть, а другой такой, как мой кот, только он тоже очень маленький. Тот черный тоже очень маленький. И, короче, мы черного хотели поймать, он вообще такой шипучий, мы его не могли поймать. Потом мы придумали план, как его поймать. И он звучал таков. Он начал просто спать. И этот план звучал таков. Он уснёт, мы его хватим, и он наш. Короче, вот такой прикольчик мы с пацанами придумали. Так, всё. А это что? О, прикольная вещь. Прикольная фигня. А из неё что-нибудь можно скрафтить? А, не хватает, не хватает. Понятно. Так, а что из них еще можно скрафтить? Ну, если ничего, мне они в инвентаре толком не нужны. Блин, что за мной эти ходят? Опыт. Кстати, у меня вообще первый раз один был лаки-блок на Красном острове. И там было столько опыта, ну, пузырьков опыта было. Я их всех поднял и в себя захилил, что у меня было 116. О, пауки. 116 опыта. Да их надо замочить. На оборону. На захват. А, блин, да ты куда лезешь? Ну, как его замочить? О, первого замочил. Смазурита. Его можно за два удара замочить. Как веревки эти забрать? Гоните веревки. А, все. Так, теперь надо приступать вот к этому. О, он что, без одного глаза? А, он просто...
Спасите! О, все, замочил. О, с него паутину. О, блин, этот гаст уже вообще сюда приперся. Ну как их, блин, этих паучар завалить? Мне просто они не нравятся. Так, всех просто откидываем. Вот так, да. Просто всех откидываем. И теперь в обратную сторону. Биг Бон, дай мне Биг Бон. А, блин, он меня отравил. Чел, гони Биг Бон. А может быть, рыбёху надо съесть? Хотя я не голоден. И вот, в обратную сторону сработало. Только мне паучьи глаза не нужны. А, от них же можно свалить. Блин, огонь-то! А! Гаст! Это ты? Блин, не нужны мне ваши. Мне веревки больше нужны. А паучьи глаза мне толком не нужны. Сейчас я их в костер просто возьму и выкину. Пусть они там сгорают. Блин, а ты чё? Он чё так быстро нарожил? Ну ладно, ребят, из-за того, что меня выкинуло, мы, короче, заканчиваем этот выпуск. Ну из-за того, что меня выкинуло, он такой был долгий. Ну, не долгий, конечно. Но из-за того, что меня выкинул, надо его заканчивать. Большие выпуски я, конечно, не люблю делать. Но был, конечно, 30 минут. Кстати, а тут отель достроил. Ну, и я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, всем спасибо и пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Здесь очень много крутых видосов.